Той швари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Деплером, точнее, Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. У них там был отчетный концерт, где выступала его дорогая Эшли. Светоч его жизни. В глазах Пола стояли слезы гордости. И я подумал, а что если бы я поехал за Ишвари? И если бы это ты... Ты, запинаясь, барабанил по клавишам, а я прижимал к мокрым глазам камеру, боясь упустить момент. Запоздалые сожаления, Аджай. Самые горькие. Так, мы... Я даже не выключал игру, я решил продолжить. Сейчас мы долетим до нашего задания. Почему здесь нету быстрого перемещения? Кстати, нам тут дойти-то 5 секунд. Сколько? Даже не пишут. Сейчас мы наметим, посмотрим, сколько. На 700 метров. Да чё там, нормально. А я бы хотел выполнить задание... Какой-то там... Вот там, обезвредить бомбу. Вот. Блин, нас запалили. Это те, что ли? Которые гнались за нами от самого... От самого того места. Стоп. Свободный тиран, с вами Раби Рейран. Нет, друзья, в этой серии мы... Давайте захватим... Ё-моё, чуть не упал, офигеть. Мы захватим аванпост, а в следующей начнем новую кампанию. Потому что кампания не длинная, я так понимаю. Ну, не всегда, но все равно. Сюжетные линии. Давайте осматривать здесь все точки. Точнее, всех противников. Пока я вижу только... Да и никого не вижу, кстати, пока что. Ну ладно. На, давайте... Вот, возьмем... Это у нас цветочек, который нам как раз-таки нужен. А также нам нужен... Блин. Вот этот вот синенький. Ну это вроде... А, подожди, это синий цветок. Да, синий лист. Вон там я уже одного вижу. По-моему, это... А, нет, это обычный. Так. Интересный, какой интересный катер. Да ладно, учи. Почему нельзя было его столкнуть? Или можно? Но я не вижу просто. Какого фига он вообще там делает? Во время прилива, что ли? Непонятно. Ну ладно. Так, давайте... Оп-оп, вот так вот руками. Попробуем тихо с ними разобраться. О. Чаякиры, во, офигеть. Так, ладно. А, нам очко навыка дали. 7 очков навыка. Куда нам их девать? Так. Пока вижу только двоих. Ну, кстати, можно использовать нашу любимую штучечку. Вот. Оба-на. Вот, там и тигр. Ой, не тигр, а животное какое-то. По-моему, даже не хищник, кстати говоря. Слон! Да ладно, слон. А, подожди, так он, наверное, не в клетке. Так, ну и то это не всех мы засекли, я думаю, там где-нибудь еще далеко есть. Быстрее, быстрее, сейчас закончится действие. Да, слон-то у нас... Слушайте, круто, они здесь по одному все стоят, обратите внимание. Точнее, обратили внимание. Плану не должны его заметить. Точнее, меня, если я его замочу сейчас. Сейчас мы его, подождите, на ближний бой должны взять. Блин, как?
Блин. Окончим с этим. Давайте меня замочат. Пусть мочите меня. Давайте заново. Давайте, я не хочу. Ну, не знаю, откуда мы начнем. Ребят, извините, правда, но я не хочу. Я хочу только тихо замочить их. Я чисто ради опыта. Чисто ради большого количества опыта. Очень, конечно, непонятно получилось, почему так вышло. Не надо было никого брать, наверное. А если... Слушайте, давайте так. Я больше не буду себя давать им замочить. Кто атакует? Слон. Чё-то он их атакует. Мочи их, зверёшка. Офигеть. Нет! Да, вас не заметили. Фу. Чуваки, это что было вообще? Объясните мне. Это просто смех. Я просто... А если бы я мимо проезжал и слон там всех замочил, что, тоже бы мне сказали, что... Открыть карту мира. Да, там новых действий-то особо и нету. Так, магаз мне нужен, магазинчик. Где он тут? Или его здесь нет? Да не, не может быть. По-любому должен быть. Вот это, наверное, да? Не-не-не-нет. А, вот, да. Прошу, помогите. А-а-а, вот в чем фишка-то. Им надо... Я в плену. Да каком плену? Я тут все захватил уже. Во! МП-5 какой-то. Офигеть тут. Стволов. Так, БПП, да пополняем. Во, пистолетики. Так, подожди, это мы по-любому покупаем пистолет и смотрим. Чё-то, во, разблокировано. Ну, тут урон слабый, это вообще жестко. Арбалет. Хм, ну, наверное, сейчас посмотрим. Скорострельность. Хм, не такая-то и низкая. А, 140к, давай, офигели. Хм, всё ясно. Так, пополняем. Стрелы на месте. Да у нас, в принципе, нечего. Может, что-то есть, но я не вижу. Ну, ладно. Уникальная. Сейчас мы и посмотрим. Вот я хочу снайперку. Какую же я снайперку-то хотел? Слонобой. Скорость стрельбы. Это дробовик, наверное, какой-то. Что у нас тут есть? Да не. Давайте, вот, хищник. Не-не-не, подождите. Какую-то я хотел снайперку. Вот это, что ли, урон? Да, нам нужно обезвредить бомбы. Так, подожди, продать надо. Продать. Так, вот это. Свадебные фотографии. Вот это. Ну, а чё это такое вообще за бред всякий? Так, а чё-то пола... А где шкуры-то все, ё-моё? Чё, всё использовал, что ли? Так, ну ладно. Сколько у нас там сейчас? Я что-то не обратил. 600. Сейчас. Спасите. Так. Ну ладно. Спасите. Там, подожди. Что тебе надо бы? Да я тебе помогу, чувак. Помогите. Не бойся, помогу. Ну блин. Он сейчас мне задание какое-нибудь даст. Подожди, или не даст. Стоп. Что надо ему сделать? Я в плену. Обнаружил тайный склад золота. Солдаты заставляют пленников выносить припасы и воспользоваться этой возможностью, чтобы прошу. Освободить пленника, захватить припасы. Блин, ну, дополнительное какое-то задание. Давайте сейчас посмотрим, где у нас тут есть... Блин, задание по обезвреживанию бомбы. Не надо. Чё, нет, что ли? Или вы шутите? Шутят, наверное. Шутка, ну ли... Так. Так, нам должно быть зелененьким гореть. Ну вот. Не видно уже. Блин, где? Во! Блин, ну сюда нельзя переместиться быстро. Что ж такое-то? Поближе еще где-то. Мне нужно два задания с обезвреживанием бомбы.
Во! Сначала сюда идем. Доедем по-быстрому сейчас. А, вроде бы рассвет сейчас, я так понимаю, где-то солнце, не знаю где. А, и нам сейчас надо на 180 градусов. Не, подожди. А, стоп, нам же тут переехать через мост. Ну, все правильно, давайте по заданию, по пути по нашему вот этому. А вот это ходячий магазин. Да, но нам вроде не нужен пока. Че она вертит как-то? Машину уводит куда-то в сторону. Так. Это Раби Рейрана. Я тут такое видел. Кто-то из наших оседлал слона и превратил солдат армии короля в фарш. Нахер танки! Забудьте все то, что я говорил когда-то про них. Теперь я хочу слона. Это может, у нас по заданию тоже такую есть машину освободить? Перехватить, точнее. Как же это было круто! Круто! Ну реально, ничего потряснее я в жизни не видел. Не хватало только мощного гитарного запила. Нет, вычеркнем это. И двойной радуги на небе, и единорога сверху. Только это редкое явление. Нет, подождите-ка. Стоп! А, она вон туда. Я думал, я не туда немного еду. Не к тому заданию, я думаю. Там собаки какие-то или кто тут находится? Леопард, может, фиг его знает. Собак уже вроде не пишет на карте. Так, как тут лучше? Вот сюда нам. Ну, как же круто. Классная игра, я вам скажу, очень. Открытый мир. Ну, это для тех, кто не будет записывать эту игру. Очень, очень здорово. Им чисто захватывать все точки. Дойти до самого последнего, захватить, выполнить все навыки там, все это выполнить. И потом похвалиться перед друзьями, сказать, посмотрите, какой вы крутой. Far Cry 4 задротился. Бэй! Играл, точнее, скажем так. Блин, ну опять они меня засекли. Надо валить быстрее. Давай. Эй, ну не хочу, чтобы меня стреляли. Но мне нужна чистая ванна и цивильный туалет. Ну чё, сейчас оторвёмся, вот сейчас наших присамут. Вы подумайте, хорошо, давай фигели. Эфир из бункера. Но ничего не поделаешь. Терпеть не могу ходить по нужде в выгребную яму, переполненную дерьмом других людей. И знаете что? Я скажу это на весь раз, не постесняюсь. Блин, они нас засекли, но не видят. Не могут стрелять, точнее. Да. Один выпрыгнул, чё-то... А, нет, просто люди стояли, наверное. Да, здесь вот, мы приехали. Да чё за приколы? Так, ну что, нам нужно обезвредить бомбу. Мы получим, откроем новое оружие. Оружие. Так, только здесь надо потише. Там почему-то наши. Извини, мы можем поговорить? Скорее, сюда! Погоди, мне там. Всё-таки здесь. Аджай! Аджай! Что нужно делать? С запасом чистой воды просто беда. Пол так много потратил для полива опиума, что нам приходится... Не понял. А. Туго? Не знал, что все так плохо. А, о, всё. Поверь, будет еще хуже. Ничего, я помогу. Можно прервать задание, но спасибо ладно. Тебе. Ну давай же. Здесь находятся резервуары. Поспеши. С гвардией короля шутки плохи. Так это... Подожди. Так это комп... Так это задание вроде комп... Компании или... Или нам... А, нам, наверное, просто туда надо. Просто в ту же точку, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Там вышечка, я вижу. Это мы захватили вроде. Ой! Блин. Офигеть, как я выжил. А я здесь тоже, по-моему, был уже. Банчики вроде нам не особо нужны.
Да, я здесь был, это точно. Мы здесь маковые поля, по-моему, защищали. Где народ вообще? А вон один я вижу. Вон там еще. Но уже не берет почему-то. Ну, берет, но уже не так быстро. Так. Ага. Ё-моё. Вот еще один оказ. Так. Блин, сюда идет. А может его минусануть? Вроде не заметили. Отлично. Теперь как-то туда пробраться, ну, незаметно. Непонятно каким образом. Так, на карте сейчас посмотрим, где тут примерно. Три? Почему три? Мне же еще вроде две нужны. На их, кстати говоря, не так-то и много здесь этих врагов. Почему здесь только садиться можно? Почему нельзя здесь в этой игре лечь? Кстати говоря, может и можно, я просто не знаю. Так. Осторожно, осторожно. Очень осторожно, друзья. Так. Нам сейчас нужно наверх, я так... Или... А, нет, подожди, не наверх. Обознался. Так, ну тогда давайте используем для более надежного вот этот инъектор наш. Нет ли там никого? Да, вот там, о, внутри есть чувак. Тот меня может заметить, это опасно достаточно. Я в тени незаметен должен быть. Так. Ну как же... Слушайте, а тот, наверное, он вообще его незаметно, никто не видит, да? Смотрим. И вообще, попаду ли я в него? Тут же минусуем этого. Блин, я его вот того вообще не заметил, я аж обделался. Фу, вроде пронесло. Так, стрелы надо собирать, что-то я туплю. Так, 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 стоп, осторожно. И надо еще одну бомбочку обезвредить. Вон там. Ничего не было. Сейчас его заметят. Что такое? Кто кого замочил? Никого нету. Промахнулся. Валим отсюда нафиг. Стрел не собрал, ладно. Так, тут-то никого нет. Вот уроды, а. Ёптовая дивизия, вот еще один. Наверное, за мной побежал когда. Че, убирать его будем? Нет, как вы думаете? По-любому надо его минусануть, наверное. Не мешался. Хотя нафига.
Да, нормально. 15 стрел у нас остается. Так. А, и у нас остается еще. Так, он с той стороны, поэтому мы его сейчас вот так вот, наверное, снимем. Как вы думаете, сможем? Бляху. Почему? Вот, все. Ёпрст. Вот оно опять. Нет, он убит. Это еще что за хрень? Наверх полез. Надо обезвредить срочно бомбу. Кстати говоря, пока его здесь нету, надо быстро. Надо расслабиться. Все. Покинуть данную область. Так, ну если я вот сюда сейчас выйду. Не, здесь не смогу выйти. Ну давайте минусанем его. Вы это видели, ребят? Все. Собираем стрелу и... Да не, нет, ты что, упал? Все, тут вроде никого не должно быть больше. Стрелу собираем. Да ёп, ну что ж ты делаешь-то? Во, вот так. Так, все, идем дальше к вот этому чуваку. Подожди, тут еще что-то можно взять. Во. Интересное задание достаточно такое, средней интересности. Даже больше просто для дополнительных. Но это чисто для того, чтобы открыть оружие. Мне лично. Блин, есть навык для быстрого бега? Я хочу еще быстрее бегать. Все, и валим отсюда. А то задание не засчитается. Мне кажется. Либо оно уже засчиталось. Так. Что там написано? Хорошая новость в том, что мне удалось наладить новую спринклерную систему. Круто. Это, видимо, уж поливочная какая-то система. Да фиг узнает, я вообще догадками просто так говорю. Ладно, давайте уже быстрее. Тим-лим-лим-лим-лим-лим, бабам, наконец-то у нас выполнилось, мы выполнили задание. Теперь нам осталось только одно такое с обезвреживанием бомбы, и оно находится где-то вот тут. Но этим мы займемся уже в следующей части, это уже точно. Да, для этого нам нужно для сохранения. Я не знаю, сохранение действует. Блин, мы находимся рядом с заданием. Прям вот, кстати говоря, давайте его возьмем. Задание-то наше. Слышите, а если бы я никого не защищал, что бы тут было, а? Как вы думаете? Блин, вот чисто, ребят, попробуйте как-нибудь, напишите, если кто-нибудь вообще что-нибудь слышал, что я сказал. Попробуйте, вот. Она здесь была, вот, когда бомбы не было? Блин, вот очень интересно. Точнее, когда мне дополнительное задание было. Привет, девочка моя. Думаешь, это легко? Чё? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Блин, хочешь? Слышу за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я не буду тебе выполнять твои задания, ты не будешь главой Золотого Пути. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Последователи Сабала, их столько. Смена настроения просто. Это они слепы, или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай, помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую.
Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Ну, какая девочка, ну, какая дерзкая еще, а? Нормально еще. Так, стоп. Ага, вот в чем фишка. Надо выбрать задание. Ну, а это мы выберем уже в следующей части.